Так, короче, посмотрел я кинцо это ебаное, два фильма, ну, вернее, один, первый хуйня был. Сейчас скажу, как там, ну, что-то про монстров там, да, мир монстров какой-то там ебучий. Это вот дерьмище, это для детей какое-то говно. Там какие-то тараканы, блядь, какая-то хуйня, жабы какие-то, блядь. Ай, сука, я минут 10 посмотрел, меня как затошнило, блядь, от этой приторной хуйни. Но видно, что для детей это снято, диснеевская хуйня, чуть ли не диснеевская параша, блядь. Не знаю, там, может быть, если бы мне было лет так 14 хотя бы, я уж не говорил про 12, или про 10 вообще, сука, то это было бы охуительный фильм, наверное. Но, блядь, как бы... Ну, короче, хуйня, не рекомендую. Это вот я в прошлом видео это говорил. Ну, фильмы эти. Сейчас скажу, какие там... Так... А, еще японский я его не включал еще. Клин Синкхор тоже я не включал пока. Грейхаунд еще у меня есть, но я его не буду смотреть, это дерьмо. Лучше уж тот первый про, блядь, про корабль навернуть, который нигеры захватили с Том Хэнксом тоже. Это тоже с Том Хэнксом, видимо, они на хайпе пердячим, блядь, решили запилить еще один про корабль и про Том Хэнкса, блядь. Пиздец, ублюдки, блядь, ебаные, чтобы они подохли. Естественно, вышло дерьмо, и я его даже смотреть не буду, я знаю, что это говно. Конченое, блядь. Долбоебы, сука, ебаные. А второй... второй фильм, Unhinged. Это для девочек, короче, триллерок такой с хорошим концом, блядь, приторным. Ебучим, да? Ну, для девочек, короче, чтобы они там... Ой, он ее сейчас убьет, ой, он ее сейчас убьет, блядь, там они подскакивали, чтобы... И в конце все хорошо, хорошо, все, заебись, блядь, сука, блядь, проклятая. В конце я бы ее придушил, сука, блядь. Ну, если бы я с тёлкой смотрел бы, блядь, я бы ее, сука, начал бы душить, чтобы у нее шары вывалились нахуй с орбиты, блядь. Ну, потом бы сказал, что это шутка, все, хихихаха. Ну, короче, это, блядь, говно, сука. С хорошим концом, я думал, какой-то триллер хороший будет, а оказалось, дерьмо приторное для... Ну, для девочек уже только не 14 лет, а где-нибудь там 16. Сука, блядь. Парашная, блядь, ебаная. Я уж думал, ну, будет нормальный триллерок там, блядь. Он всех захуярит, этих ублюдков, блядь, проклятых. Рассел Кроу, сука, он разжирел, пиздец. У него там пузо, как рюкзак, висит. Вы охуеете, если будете смотреть. Ну так, на разок можно навернуть, если хотите, можете. Unhinged, вот это, в принципе, нормально. Там, блядь, по-английски все они... Ну, я скачал английскую версию, вообще похуй. Там, блядь, слов полторы штуки, все и так понятно, короче. Я даже в словарь не лазил, вообще похуй. Ну, может, там какие-то слова, конечно, были непонятные. Особенно, когда он в кафе зашел к этому... К адвокату, или как он там назывался... Она, сука, хотела дом отжать, кажется, у мужа. Сука, блядь, вообще охуевшая мразь, блядь. Ее надо было реально придушить, мразь эту, сука, блядь, вместе с детем ее ебучим выблядком, блядь. Но, к сожалению, блядь, хороший конец в этом говне, блядь, обосранном. Поэтому, блядь, сука, все выжили, суки, блядь. Даже этот пидорас выжил, сука, черт ебаный. Дядя, так называемый. Ну, дядя там, на самом деле, ему там лет хуй знает, блядь, в два раза меньше, чем мне, блядь. Пиздец, сучара ебаная. А, его бабу, блядь,
Он ее ножом, короче, ну, он нож держал, этот долбоеб малохольный, блядь, а этот ее насадил прям на нож, на его же, сука. Это смешной момент был, пиздец. А завязка, типа, там это, ну, пидорасина это, она сигналила ему, сука, бля. Я ненавижу тоже, когда сигналят черти, блядь, на дороге. Вообще, ублюдки, блядь, ебаные. Я бы это, на месте бы стрелял, сука, если был такой закон, да? Сучар, блядь, этих сигналищих, блядь. Хуль ты сигналишь? Ну, помните, я еще рассказывал, какой-то чебурек мне сигналил, да, когда я ехал. Я завернул на тихую улочку, я вам рассказывал, да, на тихую улочку, блядь, я завернул, сука. И, блядь, это, за мной долбоёб какой-то на чепырке, блядь, такой завернул тоже, блядь, и начал хуярить сигнал, блядь. А я просто только завернул, ну и, как бы, ну, большой радиус заворота, да, был, и я, ну и я, как бы, прижиматься стал уже к обочине. А он начал хуярить прям сигнал сразу, блядь. Прикиньте, сучара, я охуел, блядь. Я говорю, ты чё, охуел, блядь, ты чё сигналишь, блядь? Чучело ебаное. А он прям там обоссался, в этой машине, блядь. Когда я ему начал говорить, это, сука, он это... Он, сука, это, обоссался. Я прям видел его при его глазах, что он обосрался, блядь. Тварь, блядь, ебучая, блядь. Вообще охуевшая мразота, блядь. Я его чуть бы, я бы убил там нахуй, сука, блядь. Этим газовым баллончиком, сука, ему в рожу, блять. В раскрытый рот его, сука. Надо было ему, сука, в салон нахуярить этого с баллона, блять. Но я что-то не догадался. У меня же был с собой-то этот. А я его, по-моему, не брал, блять, сука. Самый старый-то баллон у меня. У меня есть старый вообще баллон, блять. Его надо куда-нибудь вылить, нахуй. Все не представляется возможность, блять, сука. Блять, проклято. И это... А он обосрался, пиздец. Он хотел выйти такой, только выходить, и... А он с какой-то бабкой ехал, ебучий, блять, там на сиденье у него сидела. Она что-то его за руку схватила, она, видать, тоже обдористалась там, блять. Там говном аж завоняло, блять, сука.